Знакомьтесь, брещанка Людмила Малецкая, писатель, психолог, художник, поэтесса и просто хороший человек. Ее творческих регалий, казалось бы, не перечесть. И вправду говорят, талантливый человек талантлив во всем. Убеждена, что в творчестве главное меньше думать, больше чувствовать людей, природу, мир. Творчество помогает человеку выразить то, что он не может сказать просто словами. Творчество – это своеобразная форма, через которую человек выражает себя. Это самовыражение, способ самовыражения. Картины, стихи, литература. Любовь побуждает, так сказать, творить. То, что любишь, то, что нравится, то, что радует. Все это побуждает творить. Экстраординарно, она очень хорошо себя подает, владеет информацией, и ее подход к живописи, к написанию стихов весьма открытый, и любой пользователь, читатель может для себя что-то найти, встретить. И сердце открытого пламень живой. Под таким трогательным и в то же время пылким названием состоялся творческий вечер Людмилы Малецкой. Кроме сборника собственных стихов, автор представила персональную экспозицию. Ее работы отличаются художественной выразительностью и неординарностью. Здесь у меня в основном психоделика, акварели. Жанр в основном это абстракции. Абстракции и портреты. Почему в данной экспозиции не представлены компьютерные работы? Ну, я жду предстоящую выставку. И я приглашаю всех зрителей на мой канал в YouTube. Пожалуйста, заходите, я буду очень рада. Там много работ представлено по компьютерной графике, моя живопись, ну и книги мои. Если картины отличаются неординарностью применения техник и подбором пестрых цветовых решений, стихотворный язык Людмилы Малецкой, напротив, удивительно простой. Мелодичность, напевность и искренность – в этом особенность ее поэтического почерка. «Ангел милый, дай мне руку, тихо песню спой. Это нежная грусть и звуки уношу с собой. Теплый губ прикосновения, сочный аромат. Уношу я с упоением в сердце алый сад». Виктория Сащенко, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.